Ой, это, кажется, будет ванная. Окно не тазит. Пойду, посмотрю. Убрали утро, понедельник. Знаете, где мы? Мы в кухню. Мы продолжаем делать мамин ремонт. И сегодня мы приехали уже выбирать кухню. Я вам сейчас покажу, какая мне понравилась. Вроде бы уже все черновые работы сделали. Наконец-то переходим к мебели. Если получится, я сегодня даже загляну к ней в квартиру. Мне кто-то звонит и покажу вам, как же, что там у нас, как у нас что выглядит. Алло. Вот, мы выбрали вот такую кухню, но интерпретация будет немножко другая. Мне жутко понравилась такая вот графитовая штуковина. Так открывается она очень удобно. О, довелась. И лично у нас на кухне такого нет, но вообще это очень удобно. Вот такие всякие выдвижные панельки. Ну, ходи, Герман. Ой, это, кажется, будет ванная. Огромная, больше, чем у нас. Ага. Гер, только не трогай, ладно, ничего. Выбирали кухню. Я пройду, посмотрю. Ой, ой, вот. А вообще, хорошая погода, тут самолет летает. А здесь, кстати, видно Москва-Сити. Обалдеть. Пару часов спустя мы уже приехали в Леруа, потому что мы находимся, я не знаю, как это произойдет, в раю пола, ламината и всего остального. Инженерная доска. Это паркет, да? Инженерная доска. Ну, инженерная доска, это на пол? Я не знаю, что это такое. Да, это на пол. Ну, признайтесь мне честно, кто так же делает? Лера? Я же могу! Как на унитазе! Ку-ку! 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 Домой, а тут? Ничего себе тут! Руки вперед! Сжали кулаки! Пальцы вверх! Голову задрали. Память. У нас мини-диско дома. Мне кажется, я начинаю коллекционировать московские влоги, не выпуская их. На самом деле, я сейчас иду на очень классное мероприятие от Никса, и оно будет проходить в цирке. В цирке, вы представляете? Кто зачем ходит в цирк? А я сейчас смотрю на дорогу, потому что я жду Аню Гэб, которая должна меня подобрать. Смотрите на Гэб со стороны. В своих влогах она такая не бывает. Бывает, это не я. And in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share. Как круто, нет, не круто, нельзя так говорить. Короче, в цирке без детей, представляете, как круто. И сейчас будут награждать самых лучших мейкапов. Цирк это, конечно, хорошо и круто, но детки, дом, я поехала. Да, потом сыр, а потом... Матош, тебе томаты, да? Давай, бери. Хорошо, сыр и колбаску, раз оленей. Робик, а ты знаешь, что будешь? Ты будешь просто ее есть. У вас не должно быть горы. Ну, пойдем. Ни сыра, ни из соуса, ни из помидоров. Все, кто мне пиццу дает, идите, мать и ручки. Это повар. Все,
Вер, посмотри на меня. Ты сам приготовил эту пиццу? Как ты ее назвал? Пицца Герн. Все готовят, а я? А я? Роб, хоть что-то дайте мне. Привет, ребята. Кто у меня москвичи, кто любит новые площадки, если вы приезжаете в центр, на Цветной бульвар, напротив, если перейти дорогу от цирка, от Цветного ТЦ, есть вот такая площадка новая. Ориентиром вам будет вот такая стекляшка бизнес-центра. И здесь такая прикольная резиновая тоже, прорезиненная площадка, на которой нет людей. И мы сейчас погуляем, и если нам повезет, то Аркаша согласится сходить на центральный рынок. Робик, я знаю, что ты сильный и крутой, но мне кажется, не стоит сюда тащить его. Красавчик! Да-да-да-да. Пойдем. Честно, то вживую он очень маленький. Мне казалось, что он намного больше, а он прям такой малыш. Вот на фотке даже на видео сейчас скажут, что длинная, на самом деле нет. 20 метров туда, 20 метров обратно. В такие места ходят не для того, чтобы поесть. У меня что-то съехала моя гулька. Так, хотя вот просто так посидеть в суете, в шумноте, разные запахи. Типа атмосферно. Насчет того, что там дико вкусно или еще что-то. Ну, я приравниваю всегда это как-то ближе к столовке. Привет! Ну что, сегодня первый день, как я поехала на двухколесном. Хоп! И поехала. Езжай, смотри, вперед! Вперед! Нет, тебя никто не догонит. Конечно, большой велик, он на него не достает земли. Он только это сажаю, он едет. Так что нам нужно будет его поменять, что это максимум опускается. Не, мы дальше едем. На самую маленькую горку. Да. Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда. Мы встретились с Ксюшей. Я не знаю, я, конечно, оставлю на нее ссылку, потому что... Что ты там, кто ты там, художник? Короче, Ксюша моя лучшая подружка с детства. Прям вот настолько вот просто ближе никого не было. Мы жили с ней в одном подъезде, на одной лестничной клетке. Короче, все детство. Вот Ксюша у меня в сторис рассказала, что мы вместе прокалывали. Нет, мы вырывали зубы. Короче, первый алкоголь, все на свете было с Ксюхой. Вот, потом, ну как сказать, не разошлись наши пути по жизни. А вот, ну, блин, я мамаша, я там еще что-то. Ксюха у меня художница. Мне кажется, когда я ходила в садик, Ксюша уже в детстве, когда я ходила в садик, кстати, Ксюха уже как занималась в школе, ненавидела ее. Как бы она ненавидела, до сих пор по жизни она рисует. Потом мы встретились. Вот. Ксюш Дранж. Ксюш Дранж. Добрый вечер. Мы встречались с ним еще. Что делаешь? Давненько мы не ездили на дачу всей семьей. И я не за рулем. Сегодня пятница. Мы выехали пораньше, чтобы завтра утром уже проснуться на даче и не стартовать, не сборы, потому что наши сборы занимают, наверное, час-полтора, чтобы выйти из дома. Мальчики в готове, вот этот особенно просто предвкушает, как мы бабушка с дедушкой возьмут детей, мы выспимся. Короче, стартуем, встречаемся уже на даче. Доброе дачное утро, а я уже за рулем. И куда же может отправиться Настя? Мы проснулись и решили, что сегодня жара. Мы очень хотим надуть наш бассейн, а в нем оказались дырки. А я же обещала Герману бассейн. Хоть бы тут был бассейн, ну пожалуйста. Но вы же помните, что я поехала только за бассейном. И в итоге я купила вообще вот что. Робик! Супер распаковка. Это бассейн. У вас уже есть, но я купила еще один. Микрофон. Микрофон. Стой, ты мама. А, ты что?
Вот. Был в том году классный, прям крутой, с горкой, с пальмой. А сейчас какая-то фигня произошла. И вот здесь такие 5 дырочек, которые все сдувают. Ника. Плюс 32. Слава богу, мы не в городе, это просто великолепно. И идем к любимым соседям, что у нас с ними. Морда. Дай лапу. Дай лапу. Ой, ты мой хороший. А вторую дашь, другую? Дай вторую лапу. Ой, ты мой хороший. Послушный пес. Жарко тебе? А тебе нельзя. Нельзя. А еще каждый год я сижу у кустов, и обычно я сижу у крыжовника, вы знаете. Но в этом году почему-то мне понравилась черная смородина. Когда на улице дождь, в ход идет еда. У кого вкуснее? У меня. Робик, скажи, у меня? Аркаш, твой пупок попадает ко мне в кадр. Доброе утро! Вчера так ливануло у нас, так ливануло, и вчера даже по новостям показывали, что в Москве какой-то трэш творился. У меня было желание снять с вами видео и назвать его «Наедине с ананаской», но что-то пошло не так, и я какая-то сонно-вареная, не стала его снимать. Вот, но обещаю дома его, может быть, на днях снять. Сейчас мы, наверное, покушаем. От соседей заберем детей, которые там просто поселились. И поедем уже в сторону дома, потому что завтра у Герки день рождения, надо к нему немножко подготовиться. Поддадим. Я готовлюсь. Ну нет, ты ему прям из ручек, да, кусни? Нет, он у меня... Больше, мама. Ну уже больше, Робик половину съел. Вкусно, Роб? Марь, ты купаешься, да? Клепалась водички? Да. Ой, осторожно, ты себе по голове. Плю.